Во время своей еженедельной общей аудиенции из библиотеки апостольского дворца Папа Франциск отметил, что 1 мая получил тревожные сообщения от рабочих со всего мира. Это верно. Кризис коснулся всех. Однако человеческое достоинство всегда нужно уважать. Именно поэтому я взываю к этим работникам и всем, кого эксплуатируют, и обращаюсь с призывом, дабы кризис стал шансом заново поставить в центр внимания достоинство человека и труда. Святейший Отец начал новую серию катехиз, посвященных тайне молитвы. Он размышлял об истории слепого Вартимея, который продолжал упорно кричать, чтобы привлечь внимание Иисуса. Вартимей был человеком цепким. Вокруг него были люди, которые говорили, что умолять и бесполезно, что на этот крик никто не ответит, что это просто шум, который мешает другим. Они сказали ему прекратить кричать, но он не замолчал и в конце концов получил то, что хотел. Папа призвал христиан упорно молиться, подражая Вартимею. Он объяснил, что молитва является основой веры. Вера – это протест против плачевного состояния, причину которого мы не понимаем. Неверие же ограничивается тем, что смиряется с ситуацией и приспосабливается к ней. Вера – это надежда на спасение. Неверие означает привыкание к злу, которое нас угнетает. Подчеркивая важность молитвы, Святейший Отец напомнил верующим, чтобы они просили заступничества Богоматери, особенно в течение посвященного ей месяца мая.